Нанесите на цевье немного суперклея. Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ею цевье. Немного отступив от колечка крючка, снизу цевья закрепите глазки гантельки. Затем нанесите немного суперклея на место крепления. Для изготовления хвостика в конце цевья закрепите 3-4 пера Чикабу. После закрепления отрежьте лишнее. Для изготовления сегментации в этом же месте закрепите небольшой пучок блестящих волокон длиной примерно сантиметров 10. Для изготовления тела мушки нанесите на нить немного даббинга. Намотайте даббинговую нить сначала по направлению к хвостику, затем обратно. Следите за тем, чтобы тело получилось достаточно объемным. По необходимости добавляйте еще даббинг на нить и продолжайте намотку.
Затем, немного скрутив блестящие волокна, намотайте их на тело мушки. Следите за тем, чтобы между витками было одинаковое расстояние. По окончании намотки закрепите блестящие волокна за глазками. Затем отрежьте лишнее. Щеточкой Велкро растяжите волокна даббинга. Для изготовления крыла за глазками закрепите два пера чикабу. Кончики перьев должны доходить примерно до загиба крючка. После закрепления отрежьте лишнее. Нанесите на нить еще немного даббинга. И намотайте даббинговую нить вокруг глазок. По окончании намотки около колечка сделайте завершающий узел и отрежьте нить. С помощью щеточки Велкро растяжите волокна даббинга. Все, мушка готова.